Якутия стала лидером по количеству заявок на получение дальневосточного гектара. По словам полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, с начала второго этапа закона поступило 10 тысяч заявлений. Из них чуть более 3500 от жителей Якутии. Напомним, второй этап стартовал с 1 октября этого года. В его рамках заявления на получение земли могут подать только жители Дальнего Востока. И землю они могут получить только в том регионе, в котором сами проживают. Третий этап стартует 1 февраля следующего года. Тогда право на получение бесплатного гектара получат все граждане России. Свое мнение о реализации закона высказал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он отметил, что проект не даст такого же эффекта, как известные решения, принятые в период Столыпина. Тем не менее, приопределенный позитивный эффект для развития Дальнего Востока с точки зрения мобильности трудовых ресурсов он, несомненно, даст. Конец цитаты.